Расстрелянный Мариуполь приходит в себя. На подступах к городу неспокойно, канонада не смолкает, но люди сплотились и пытаются восстановить разрушенное и помочь жертвам варварского обстрела. Им нужна еда, жилье, лекарства, а многим после пережитого ужаса и психологическая поддержка. Помощь была оказана немедленно. Залетел через вот эту дырку. По стене было два осколка здесь в линолеуме. Третий осколок в батарее пиротехники нашли, когда семья Базильевых уже была в больнице. В тот злосчастный день обстрела микрорайона «Восточный» дети остались дома одни. 17-летний Данил Базильев чудом уцелел. Обвалился потолок. Я немного присел от взрыва. А вот сестра Дани, Даша, ранений не избежала. Голову и тело девочки задело осколками. Я падаю на колени, и сзади меня крыша падает на меня, вот это все кирпичи. Мама детей Валентина во время обстрела была на работе на медкомбинате Ильича. Обработать раны девочке помогла соседка. Затем больница и звонок маме. Позвонил мне сын и сказал: мама, квартиры нет, Даша в крови, ее обрабатывают. Ребенка обработали, сделали рентген, все необходимое, потому что мы привезли без вещей и без ничего. Надали полностью медицинскую помощь. Сейчас Базильевы живут у дедушки. В свою разрушенную квартиру вернуться не скоро. А вот 14-летний Леша Гришков в больнице до сих пор. Он попал под обстрел возле подъезда своего дома, возвращаясь с рынка. Перевязка проходит очень хорошо, не больно, ничего не делают. Алексей занимается народными танцами. С увлечением придется повременить, говорят врачи. На ноги парня обещают поставить. Ну, что ж делать, если уже все случилось, надо, чтобы здоровье хорошее было. У ребенка множественные осколочные ранения конечностей и инородные тела правого бедра. Сегодня семья Гришко, как и сотни других, восстанавливается после пережитого. Мать Алексея Ольга постоянно возле сына. Перед глазами суббота, ставшая черной для мариупольцев. Как поднялись на 8-й этаж, тоже не помню. Очень было тяжело и в состоянии шока, конечно. Но когда поднялись, сразу стало... Я Лешкой занимался, стала остановить кровь. Пришли волонтеры с фонда Рената Ахметова. Медикаменты, все... Все шприцы, все бинты, все принесли. Сразу после обстрела гуманитарный штаб Рената Ахметова берет на себя 77 раненых, в том числе 7 детей, обеспечивая лекарствами и психологической помощью. Это очень большой объем. То есть за день у нас увеличилось количество наших благополучателей на 75 человек. Это большой объем, но мы как-то консолидированно постарались подойти к решению этой проблемы. В этот день всех лекарств, всего наименования лекарств на складах у поставщиков не было. Поэтому вторая партия лекарств была доставлена в понедельник и во вторник. Круглосуточно в больницах находятся волонтеры. Обращаться за помощью можно к ним непосредственно на месте, либо позвонив на горячую линию штаба. Если у вас возникают какие-то вопросы к штабу, вы знаете, что здесь есть волонтерский пункт. Вот есть волонтер, да, ваша землячка. Вы можете к ней всегда обратиться. Штаб получает от медиков перечень необходимых препаратов и перевязочных материалов и заключает договор с медучреждением. Он гарантирует, что все лекарства, предоставленные штабом, будут переданы исключительно пострадавшим. Круглосуточно в больницах находятся волонтеры. К ним можно обращаться за помощью непосредственно на местах. Кроме медикаментозного лечения, специалисты штаба Ахметова оказывают и помощь психологическую. На протяжении 5 месяцев они работают в Мариуполе и других городах. Кризисные психологи оказались на передовой, помогая раненым из микрорайона «Восточный». Только за один день к ним обратилась почти 100 людей. Также на горячую линию обращаются семьи, которые были очевидцами событий. К сожалению, многие семьи и дети очень эмоционально отреагировали на то, что произошло. Привычный мир для Мариуполя в этот момент рухнул, потому что люди до конца не могли поверить, что такое может произойти. Огромное спасибо Ренату Ахметову за то, что он не забыл о людях, живущих на Донбассе, за то, что он единственный, может, даже в своем роде, настолько сильно помогает людям. Уже полгода гуманитарный штаб Ахметова оказывает помощь всем пострадавшим во время войны. На горячую линию люди звонят постоянно.
Это очень важно, чтобы человек получил во время ранения не только квалифицированную медицинскую, но и психологическую помощь, потому что люди находятся в шоковом состоянии. По инициативе Рената Ахметова все дети, пострадавшие в результате боевых действий, взяты гуманитарным штабом на контроль. Мы обеспечиваем полностью медицинское сопровождение всех наших маленьких земляков. Но самое главное, беда объединила людей. Эта палатка стала перевалочным пунктом между прошлым и будущим. Здесь мариупольцы друг друга поддерживают, кормят и просто общаются. А еще надеются, что пережитый ужас войны больше не повторится. Все надеются, что больше такого не повторится. Больше надеются на мир. Виктория Чистюхина, Максим Гробовский, Владимир Конопля, Игорь Епифанов и Николай Сыченко. События недели.